Вхожу, задаю вопросы, ухожу. Вхожу, задаю вопросы, ухожу. Вхожу, задаю вопросы, ухожу. Мисс Эко, помните, что с объектом нужно общаться четко и понятно. Разговаривать с ним бывает сложно. Извините, извините, мистер Фердинанд. Помните мои извинения? Я вас не учуял. Я должен сказать, не часто такое со мной происходит. Должно быть, подхватил простуду. Ну что ж, присаживайтесь, я приготовлю нам чай. А, круто. Да, ведь я разговаривал с герцогом Хайленда о прекрасном новом... Или это была герцогиня? Их сходство поразительно. Надеюсь, вы никому из них об этом не расскажете. Ее нрав настолько же косматый, как и верхняя губа. Судя по всему, дядюшка герцога скончался после ужасного нападения лебедей. Жаль, в Бомбинтоне ему не было равных. Послушайте, а вы сами любитель покрутить валом? Вообще-то я пришел задать вам несколько вопросов. Ну конечно, зачем вам еще тогда приходить? Вот именно, сэр, первый вопрос. Вы, месяцы гумункулы, только этим нынче и заняты, да? Завалитесь в мою чертову комнату, чтобы задать свои чертовы вопросы, а не для того, чтобы чаю попить или сыграть в бомбинтон. Не-не-не, мы же выше этого. Мы же тут все слишком заняты для бомбинтона. Да что такое, блядь, бомбинтон? Мист. Хотя, я не могу винить вас за то, что вы хотели бы держаться подальше от этой комнаты. Ни один человек не входил в мою камеру, не теряя головы. Вы знали об этом? Что вы имеете в... Мудак! Фу. Однако, вы ведь необычный малый, как все остальные, не так ли? Нет, технически нет. Вы аномалия. Из ЦП, как и мы. Вы должны быть здесь, с нами. Не-не-не-не-не. Я не один из вас, я не человек-атомная бомба, я не спонтанно эволюционирующий вирус. И я не шекспировский каннибал. Я работаю на них. Я нисколько не сомневаюсь в вашей слабой хрупкой природе. Разве вам позволено уйти в любой момент, когда захотите? Чувак, ты задал уже около 5 вопросов, а я ни одного. Могу я... Но-но-но-но-но-но-но, еще один, еще один. Больно было? Да, это больно. Хватит. Это бесполезно. Остановите тест. Ух ты, я даже на лампе оказался. Мистер Коннор, пожалуйста, выйди из камеры содержания. Хватит с меня. Не хочу здесь находиться, когда все эти дела начнут в кишечнике опорожнять. Иди нахуй, мистер Фердинанд. Эй. Эй. Как прошел тест? Не очень, но не хуже, чем с демоном из черной дыры. Он все же получше, чем тот парень, что ест воспоминания. Обман разум это худше. Погоди, тут есть парень, который ест воспоминания? Кто? Ребят, я сегодня раньше на боковую. Ага. Хорошо, чел, без Б. Эй, мы же не выродки какие-то, правда? Че?